Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это самый подробный разбор и анализ защиты Василия Ломаченко, который вы когда-либо видели на ютубе. Почему я снимаю это видео именно сейчас? Дело в том, что следующий соперник Василия — это Теофимо Лопес. И большинство экспертов, аналитиков бокса, они сходятся во мнении, что реальный шанс Лопеса на победу — это поймать Василия на удар. То есть это или случайный удар, ну лаки панч, или как там сейчас мода называть, или осознанно как-то его обмануть и на удар подловить, тем самым выиграть. Поэтому это видео актуально как никогда. Насколько качественна защита Василия, в чем именно она заключается, есть ли бреши в ней, и соответственно, каковы реальные шансы Лопеса Василия таки обмануть или там случайно, ну в общем так или иначе его на удар поймать. Об этом сейчас будем говорить. Кстати, хотя до боя еще месяц, но на париматч уже выставлены на поединок коэффициенты, вся линия. И также париматч всем новым игрокам дает бонус до 2500 гривен или до $100 в вашей местной валюте. Бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии под видео. Защита. Чтобы нам говорить о защите Василия, нам нужно вспомнить защиту в целом. Какая защита бывает в боксе и насколько она эффективна. Когда новички приходят в клуб бокса, то первое, чему их обучают, и первая вообще защита, самая видимая, в том числе для зрителей, для фанатов бокса, это разные подставки руками. То есть это классическая подставка от прямых ударов, да, это люди прикрываются от ударов боковых, также плечо там по-разному поднимают, да, то есть защита руками. И что в ней не так, в чем противоречие? Дело в том, что если мы посмотрим настоящих легендарных мастеров защиты, таких как, например, Рой Джонс, по которому никто не мог попасть, или Пернелл Уитакер, пропускает Оскар. Смотрите, что вытворяет Уитакер. Он нависает, он здесь, он рядом, и от него можно ждать всего, что угодно. То невозможно было по ним попасть, когда они были на пике, конечно же. Но при этом они вообще руки не просто там высоко не держат, недостаточно как-то там перекрываются руками, они их вообще опускают. У них просто этой защиты руками она практически отсутствует. Но попасть-то по ним было невозможно. В чем здесь противоречие? Уже странно, да? А противоречие в том, что как ты руками не прикрывайся, защищаешься руками от прямых, тем самым открыт под боковые. Наоборот, защищаешься от бокового удара, тем самым открыт под прямой. То есть защита руками, конечно, она нужна. Каждый боксер ей владеет, использует по мере необходимости. Особенно плечами, кстати, перекрытие. Вот оно реально важно. Но далеко ты с ней не уедешь. Ее мало. Конечно, Василий руками защищается, это все понятно. Но тот же Пернелл Уитакер, тот же Рой Джонс, настоящая защита, реально очень эффективная, это защита корпусом. То есть, ну как корпусом? Называется защита корпусом, это как танец живота. Танец живота крутят там скорее не животом, а другими частями тела, которые повыше и наоборот, которые пониже. Так вот, и защита корпусом. Защита-то она корпусом, но плавает именно голова. То есть это разные уклоны, это разные нырки. Вот это уже реально защита, которую вскрыть крайне трудно. Посмотрите на боксеров, таких как Крис Бёрд, который руки постоянно опускал. Таких как Джеймс Тони,
А попасть-то, понятно, там полбы попадают, скользящие удары попадают. Но попасть именно, нокаутировать по челюсти очень трудно, потому что челюсть, она постоянно двигается. Использует ли это Василий? Да, он это использует очень активно, и что важно, Василий использует не только, что вот он двигался такой, да, весь статичный, там удар видит, уклонился. Тогда можно было бы его поймать, просто удар скрыть, незаметно выбросить. И он раз уклонился, а два хотел уклониться, а не успел. Но именно секрет защиты Василия, его реальный секрет, посмотрите его бои, все его бои, в том, что он... Вот эти вот движения, плавает, когда голова, он их делает вообще непрерывно. Ліцин з першого дня табору, здається, проводив, пингував, брал. Василя Ломаченко до поєдинку з Кемблом, всі вони, звичайно, були ви. Василя, деякі з цих хлопців тобі... Сразу по трьом осям. Она плавает и выше, и ниже у него, и в сторону смещается, и там, ну, нырки он делает, то есть... Не от конкретного удара защищается, а все время, чуть-чуть, хотя бы в холостую, раскачивается так или иначе, чтобы голова, ну, на месте не стояла. Это приводит к тому, что уже практически попасть именно разовым ударом именно вот в челюсть, чтобы нокаут был, практически это уже очень маленькая вероятность. Движемся дальше. Следующий этап защиты Василия, ну и вообще мастеров бокса, таких как вот особенно Рой Джонс, на этом специализировался, это, конечно же, ноги. То есть это получается что? Что противнику нужно подойти, нужно нащупать дистанцию именно, чтобы бить, вот чтобы цель была перед тобой надо, и тогда ты бьешь. А соответственно цель-то она движется, и не просто движется, а человек... Опять же, мы можем вспомнить мастеров прошлого. Тот же Мухаммед Али, это фраза, которая набила, конечно же, всем оскомину, то, что порхай как бабочка, ноги, двигайся. И жаль как оса. То есть, что значит жаль? То, что ты жалишь ударами, то есть соперник тебя хочет бить, а ты как бы вместо этого его жалишь, то есть ты сбиваешь его защиту. То есть лучшая защита — это нападение, это джеб эффективный, Василий Левша правой рукой, он это все делает. И это именно движение дистанционное, как фехтование, да, то есть такая вот можно назвать жаргоном защиты фехтовальщика, это чувство дистанции само и острые удары. Бросает эти удары. Василий этим владеет в совершенстве. Но самое главное, и это движение по кругу. То есть такие мастера, как Майвезер, как Теренс Кроуфорд, как Василий, они не стоят на месте ногами вообще. То есть они двигаются все время, только они двигаются или медленно, или вообще Василий буквально он бьет с резкими заходами в сторону, очень быстрыми. Василий, be careful against Ломаченко, blocked by the down that defense of Linares. Но это надо иметь огромную физподготовку для этого. Какая бы у тебя ни была техника, большинству не хватит ног. Например, даже Майвезеру и Теренсу Кроуфорду. Техника у них огонь, но им просто не хватает выносливости ног. У Василия она была, во всяком случае, во многих предыдущих боях. Хотя, правда, в двух последних это было меньше. Но так или иначе, то есть понимаете, что мы имеем. Ну, руки это понятно, там все подставки, блоки, само собой. Главное, защита корпусом, то, что плавает челюсть все время. Вообще, она у него все время плавает. И третье, что ногами он, кроме того, что чувствует дистанции вперед-назад и жалит, сбивает противника, так кроме этого он и в стороны смещается. То есть это такой набор, и что еще важно, вот на самом деле большинство зрителей не понимают, насколько сильно он смещается в стороны. Потому что профессиональные камеры, они как бы ведут спортсменов. Они снимают их сбоку, друг напротив друга. И камера снимает оттуда. И получается для вас, вы видите, как я движусь. А если снимать сбоку, то как я тук-тук-тук-тук ближе, тук-тук-тук-тук дальше. А камера она издалека снимает. Это даже часто не видно. Но на самом деле они там вот так вот тасуются в ринге. То есть идет постоянное движение. Движение ногами, еще и движение корпусом. Это еще не все. Сейчас будет важна такая смысловая ступень. Поэтому обязательно смотрите дальше. То есть понимаете, мы уже приходим к 3D защите. Подставки подставками. Кроме того, жалит еще, разбивает атаки противника своими ударами встречными. Но при этом еще и на всех уровнях. Вперед, назад, вверх, вниз, ногами, телом. То есть 3D вообще во всех направлениях. Попасть уже практически невозможно. Как по таким людям реально попадают? Вот сами подумайте, кто?
кто, кстати, занимался боксом, вы, наверное, догадываетесь, попадают навстречу. Потому что двигаться ты можешь сколько угодно, да, там вообще хоть летать, но рано или поздно тебе придется соперника сделать шаг вперед к нему и его ударить. И соперник, не будь дурак, он ждет этот момент. И он тебя навстречу в этот момент именно может, пока ты вот свои эти все движения не делаешь, именно пока ты его атакуешь, он тебя может свой удар ударить. Как тот же Теофимо, кстати, шикарно просто попал по Ричарду Коми. Правый, на правую его встретил, да, то есть вот такая вот штука. Что с этим делать? Дело в том, что у Василия, опять же, здесь есть такая особенность, которая работает ему и в плюс огромный с точки зрения защиты, но в минус с точки зрения силы удара. В чем она заключается? Это разомкнутость верхней части тела Василия с ногами. Разомкнутость некоторая. С точки зрения силы удара это плохо. Я сейчас все объясню. Смотрите, если возьмем условно, например, Ригонда, Гильермо Ригонда или Адониса Стивенсона. Это люди, которые вообще бьют ну наглухо, то есть там жутко. Тот же Ригонда, будучи маленьким, хотя он Василию проиграл, тема это отдельного разговора, но этот человек, который весит сколько он там, 50 килограмм, да, или сколько, он ломает людям челюсти, ломает людям скулы. Почему такая мощь огромная? Под удара. Потому что у него очень хорошая техника удара, и у него сопряжены ноги и руки. То есть он, допустим, ну он левша, я вам из правши показываю, он хочет вас ударить правой рукой. То есть он вас не просто бьет верхней частью тела, разворачивается, а он ногами, он подгадывает положение, и он буквально как ракета, как бегун, выталкивается ногами и все вкладывает. Разворот ногами, как бы, в общем, все тело слажено. Это Адонис Стивенсон, то же самое. То есть он как будто ядро кидает, как будто катапульту заряжает и кидает. Есть такие вот сейчас современный боксер, посмотрите, американский, Реджес Прогрейс. То есть, чтобы удар был именно ломовым по-настоящему, нужна связь низа тела, ног, чтобы ноги работали, пружинили, там, вас скручивали, раскручивали обратно, и верха тела всего, да? Это ведет к силе удара. Так вот, у Василия, если вы посмотрите внимательно, у него присутствует некоторая разомкнутость. В чем она заключается? В том, что у него нижняя часть тела, то, что ниже пояса, ноги, она живет отдельной жизнью, она его крутит вокруг противников, там, по-разному его смещает в пространстве. А удары он часто бьет, я вот не могу показать, не ногами, а он часто бьет их именно пресс, поясница, то есть он как бы вроде вращает плечи, но он это делает именно верхом тела. То есть, понимаете, ноги своей жизнью живут, ноги там побежали как-то нужным образом, а верх вращается на своей волне. То есть, как вот я сижу на стуле вообще без ног, все, вот бью, как Василий делает, да? И то есть вот эта разомкнутость, она уменьшает силу удара. У Василия удар, особенно прямые удары, они у него далеко не самые качественные по силе, далеко они не самые сильные у него, даже с точки зрения техники именно. Но при этом вот эта вот разомкнутость, то, что он как бы не заряжается на удар. Я говорю не о замахе, что там взял, размахнулся. Нет, я говорю, все, на месте руки собраны. Ну, условно, взял, зарядился на правую, правую ударил. Ну, это же как бы и видно больше. А когда у тебя ноги своей жизнью живут, а бьешь ты вверх, вращаешь отдельно, как бы от этого всего, такая разомкнутость низа и верха, то это в ударах создает гораздо большую непредсказуемость. Ребят, хочу пояснить, я говорю на уровне идей. Это не значит, что у Василия руки в одну сторону крутятся, ноги в другую, тело в третью. Понятное дело, что в целом у него есть базовая техника удара, это все очевидно. Но просто вот эта разомкнутость легкая, она у него присутствует. То есть они слабее, да, но прогнозировать их еще труднее становится. Таким образом, давайте подводить итог, что мы имеем. По факту, Василий Ломаченко, его защита является высшей защитой. То есть защититься больше, чем он, практически невозможно. То есть его стиль с точки зрения защиты, он предельно стабильный, предельно защищенный. Можно ли было бы еще больше защититься? Да, ребят, теоретически можно. Как Андре Уорд действовать. То есть это или быть совсем далеко
буквально на расстоянии касания от противника. Или, как вот противник входит в дистанцию, прилипать к нему в ближний бой. Но это, понимаете, это такое спойлерство, это зрителей лишает зрелища. Это тоже, это такой путь в никуда. То есть, если бокс был бы таким, то просто люди бы не платили за билеты, и бокс бы стал вырождаться. Но вот если такой стиль не брать, стиль Андре Уорда, я тоже его уважаю, он тоже мне очень интересен, то защита Василия, она идеальна. Она даже лучше, чем у Майвезера. Потому что все круто, там все, условно говоря, одинаково, но не по технике, а по эффективности. Но есть еще дополнительно, это разомкнутость верха тела и низа. То есть это значит, что на встречные удары его поймать еще труднее, чем даже там Флойд Мейвезер, да? Такие дела. Поэтому шансы Теофима поймать Василия на удар, на мой взгляд, они минимальны. У кого-то, у пытливых зрителей, созрел вопрос, а как же тогда его Хорхе Линарес поймал? Да, было такое, да. Василий увлекся, может быть, в какой-то момент. Опять же, если вам интересно, если вы хотите дальше посмотреть, чисто по смыслу, могу сказать кое-что. Василий, он левша, но я покажу из правши, потому что я не владею своим телом в левше так хорошо. Поймал Василия, как его поймал Хорхе? Василий на него напрыгивал в челноке, да? То, ну, с прямым ударом напрыгивал передней рукой, то, по-моему, там в холостую. То есть, и вот его, как бы, Хорхе раз и поймал на противоходе. То есть, в некотором идеальном мире человек может бить удары, как учил Роман Кармазин. То есть, смещая свою голову. То есть, ты бьешь левой рукой или бьешь правой рукой. Не так вот, взял и ударил. А так вот, только еще голову убираешь с линии атаки чуть-чуть. То есть тогда тебе не страшны даже встречные удары. Но, опять же, ребят, это, поймите, это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, это круто. С другой стороны, когда смещаешь голову с линии атаки, то сила удара твоего, она тоже чуть... Ну, она тоже, в общем, уменьшается. Тот же Геннадий Головкин, хотя его ругают, что вот он так пропускает удары. Так зато у него столб, весь позвоночный, у него одна линия. Он вообще мало смещается. За счет этого, вот этого вращения, оно там практически идеальное. Жесткость просто предельная. То есть, тут как бы свои плюсы и минусы. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Все технически я разложил, ну, просто как можно. Уже я не знаю, куда подробнее. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Помните про бонус от Parimatch, который лежит в первом закрепленном комментарии под видео. До новых встреч. Тушу камеру.